Второй день выставки World Food Moscow продолжается. Рядом со мной новый интересный спикер, производитель из Беларуси. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Мы представляем компанию «Нововита Беларусь». Выращиваем овощную продукцию. Это борщевой набор, морковь, картофель, свекла столовая. Расскажите, вы закупаете или вы выращиваете сами? Нет, мы производители, мы как бы сосредоточили все на себе. Это сюда что входит, это выращиваем, храним, перерабатываем и своя логистика, транспорт свой. Расскажите, пожалуйста, вот у вас в руках я вижу упаковку, и не просто морковь, морковь для сока. Я пока не видел такого сорта. Расскажите, что это такое? Ну, мы на этих овощах работаем 21 год и смотрим, с чего лучше получается, какой продукт. И вот сейчас у нас в ассортименте добавилась эта морковь для сока. Эта морковь должна быть определенного калибра, то есть она должна там до 2,5, она имеет больше сока, она сладше и так далее. Поэтому из практики мы вот понимаем, что нужно для потребителя, конечно, чтобы он был доволен. Расскажите про ваши впечатления от выставки, может быть, за вот не такое непродолжительное время могли составить какое-то свое мнение. Ну, сегодня уже второй день, вот если смотреть первый день, значит, у нас очень много партнеров, с которыми мы давно работаем, и по вчерашний день еще показал, какой большой еще потенциал новых клиентов появляется, и они, как бы, видя даже нашу масштабизацию, как мы думаем, они нас просто не знают. Поэтому, конечно, выставка дает свои плоды, все как бы идет на расширение, на познание вот друг друга. И все происходит, что мы производим, кто-то конкретный покупает. Нет каких-то лишних посредников. И, естественно, в этом случае какая-то и цена, может быть, формируется, доступная для нашего покупателя. Отлично, мы пожелаем вам удачи на нашей выставке. Надеюсь, огромное количество ритейлеров тоже найдут в вашей продукции своего бизнес-партнера. Вы захотите много контрактов интересных подписать. Да, спасибо. Все будет точно так, как вы сказали. Спасибо большое. Все, до свидания.